Получить новую профессию можно в любом возрасте. Национальный проект «Демография за 6 лет» позволит почти полумиллиону россиян предпенсионного возраста бесплатно пройти обучение, повысить квалификацию или даже овладеть новой профессией. Начала свою работу программа и в Ненецком округе. Слово Екатерине Дементьевой. Мы будем тесто чувствовать, все-таки это тесто. На 4-недельных курсах вновь студенты проходят сначала теоретическую, а затем и практическую часть курса «Поварское дело». Постигать азы кулинарного искусства пришли 22 человека, причем представители как прекрасного, так и сильного пола. Среди них и Михаил Веселов. По окончании курсов, после сдачи экзаменов, мы получаем свидетельство государственного образца, дающее право работать на предприятиях общественного питания, плюс международный сертификат World Skills. Кто знает, может быть, жизнь так сложится, что там, через несколько лет где-нибудь на берегу Адриатического моря в каком-нибудь ресторанчике в Черногории там, я буду жарить рыбу, да, для русских туристов. Я очень доволен, еще раз повторяю, это превзошло все мои ожидания. Вот я ни на мгновение не пожалел о том, что нахожусь на этих курсах. Практическая часть курса проходит в лаборатории технологии продукции общественного питания в Ненецком аграрно-экономическом техникуме. К слову, она находится на 4-м месте в России по оснащенности современным оборудованием. Стоит заметить, что именно вот предпенсионеры, они очень творчески подходят к этому заданию, они стараются, они выполняют домашнее задание творческое, сами готовят, затем приносят, выкладывают и общаются между собой, делятся впечатлениями и успехами. Стать участником программы профессионального обучения может любой гражданин, которому осталось 5 лет до выхода на пенсию. Программа рассчитана на тех, кто уже имеет работу и ему нужно повысить свою квалификацию или находится в поиске и хочет стать конкурентоспособным на рынке труда. Екатерина Дементьева, Владислав Носкин, телеканал «Север».